Який сімейший, поставь лайк за 3 секунды, чтобы я не стала злой. Ставь лайк, если ты бро, а с тобой Найсик бро. Я хочу сходить к Фласочке в гости и показать ей свою скульптуру Киси Миси, которую я построил в одном из своих роликов. А именно, как играть за Киси Миси в Майнкрафте. И в общем-то да, там в начале прямо я показал свою статуэтку. И Фласочка точно уж не реагировала на нее, она ее не видела. Потому что она в то время уехала из этой деревни, которая очень даже ламповая, сама деревня. Привет, Фласочка! В смысле? А может быть, я тебе подарки готовила? Вот ты черт. А где подарки? Спускайся вниз, ты мне нужна. Я на тебя обиделась. Что нужно? Давай идем. Никакого шоколада? Нет, не шоколада и ничего мне не надо от тебя. Мне надо просто, чтобы ты оценила. Закрой глаза! Закрой глаза! Я уже увидела вас! Закрой глаза! Ладно, ладно, я закрыла. Сделаю вид, что я не видела. Идем, идем, идем. Вперед, 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 вперед. Поверни голову. Поверни голову назад. Вот так вот. И влево, влево, влево. Влево? Нет, влево. Влево, в другую сторону. Вот туда. Вот туда? Да, да, да. Все, все, все. Назад, назад, назад. Поверни голову вправо и открывай глаза. Раз, два, три. Вау, как красиво! Уже реакция не такая будет. Ну, короче, это я построю. Да, ну ты уже увидел реакцию. Так вот, знаешь что? Вот я тогда построил. Прикольно, очень красиво. Я бы такое не построил. Ой, спасибо, Фласочка. Я бы только нарисовал. Я не скульптор, извините. Понял. Ну, короче, что я хотел сказать? Вот это не просто так я показать Фласочке и все. Я хочу просто сегодня призвать Киси Миси в Майнкрафте. Ух ты! Киси Миси. Там такой замудренный способ, ты офигеешь. Брачные ночи, всякие переполохи, чего только не будет. Короче, сегодня выпуск... Побежали! Просто идеально. Это будет очень интересно, прям кайф. Блин, нубики страшные. Ладно, пробежим через них, только осторожненько. Быстрее, быстрее, быстрее. Профи, беги, беги. Ну ладно, не переживай, Фласочка, сейчас мы убежим. Да, они на меня нагрелись. А-а-а! Отстаньте! Вот она деревня. Ура, наконец-то мы в нее пришли. Но знаешь, отличительную особенность этой деревни от всех остальных? Рассказать? Я вижу какую-то девочку, житель. Ну ладно, ты уже сама походу поняла. Это же из покемонов. Из покемонов? О, да, кстати, у нее покебол. Смотрю, у нее покебол. Ловлю покебол, ловлю покебол. Еще вот такая вот. Это фермер, жительница. Также и здесь вот мужики. Нифига, тут только девочки живут. Не-не-не-не-не, вот она. А вот пацан стоит. А вот пацан тоже, видишь? Так что не только девочки. Эй, мужик, остановись на минутку. Так, вот этот стол нам нужен для того, чтобы призвать души. Ибо, давайте я расскажу, в чем вообще прикол, как призвать. Давай. Давай. Давай со мной садись вот сюда вот. Давай, вот так за столик. Ну и теперь пора рассказать. Рассказывай. Итак, чтобы призвать Киси Миси, надо просто, так сказать, уединить жителей. То есть надо собрать всех девочек и всех мальчиков в кристаллы и распределить по домам. Потом дождаться ночи, брачную ночь, потом утро. И появятся, должны появиться какие-то элементы, которые... покажет, что было какое-то действие. То есть, ну, там поцеловашки. И вот, что-то производная какая-то будет, короче. Что-то появится, что будет намекать на Киси Миси. На Киси Миси, короче. Вот, и Киси Миси придет, и мы ее увидеть должны. Вот и все, это весь способ призвать. Кстати, я бы вот так вот сделал окружение, все потише. А как мы, а где мы достанем камни душ? Ну вот, короче, вот алтарь, и я как раз его и хотел использовать. Вот он. Давай? Надо просто давай читать заклинание. Это алтарь призыва душ. Типа ты камни душ получишь сразу же. Это всегда из попытков работает. Понятно теперь. Я хочу призвать души умерших в обличии камня. И... что же не получается? Что-то... Не, подожди, надо еще подождать пару секунд. И сейчас у нас должно в инвентарях появиться. Просто чуть-чуть подожди. Ну где души умерших? Ну как так? Походу ничего не работает. Да, конечно. У тебя появилось? Да.
Сработало, ёкарный бабай. Кстати, у тебя 9, у меня 9, да? Я все правильно понял? Да, у меня тоже 9. Офигенно, как раз. А, кстати, давай посчитаем, сколько зданий здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще где-то 8. 8 зданий? 8. Где-то еще 9? Нет. Я не вижу. А, нет, это грядки. Мне уже показалось. Всё, 8 зданий. Блин. Прикольно. А в смысле? Ну, достаточно. Ладно. Нам, походу, просто много дали. Ну, короче, собирай всех парней. Ой, всех девочек, а я всех парней. Согласна? Да. А, давай. Словил. Так, здесь Опа! Девочка покебол. Кстати, они тут еще какая-то девочка. Вот это больше всего на жителя Опа! Похоже, смотри. Эта девочка Где? Самый жительный житель. Да, кстати. А, неуклюжая. Давай выпрыгивай с помощью моих ударов. Как я выпрыгиваю? Не получается? Я выпрыгнул. А, придется ломать тебе, вот. Давай, спасай меня. Найсик, я сейчас утону. Не переживай, все, спокойно, спокойно. Секунды три. Ладно, я просто выображаю. Уф, чтобы ты скорее работал. Ах ты гадина, надо было тебя не спасать. Короче, все, я собрал уже 2 жителей. Вот здесь еще девочка, вот там еще девочка. Да, Фласточка, собирай. Еще у грядок девочки, не забывай. Мне еще 4 девочки осталось. 1, 2, 3. Ой, сколько мне жителей сейчас подали. Прям вообще идеально. Жители что-то перестали пищать. Нет, еще пищат. Так, еще одного. Осталось всего лишь 3 кристалла у меня душ. А мне еще 2. Ага, поздравляю. И где их достать? Не знаю, честно. Ну тебе, наверное, одной девочки будет достаточно. Вот. И еще жителя мне надо, последнего. Я нашла. Нашла? Замечательно. Да. Еще девочка. Жители! Где? А что ты житель? Нашел. Он... Посмотри! Все, хватит, Фласточка, у тебя есть уже 8. У нас же 8 домиков. Внутри житель. Да, вот тут вот внутри житель этого дома. Я его достать не могу. Там, смотри. Где? Стоит. А-а-а, но мне все равно... А, кстати... Я исполнился в познании. Житель, ты сразу заперт, значит, туда можно девочку пихнуть, согласна? Ха-ха-ха. О, да. О, май. О май гад. Давай, пихай ему туда прям. Насик, ну ты шалун. А я тут что? Нет! А, ладно, пихай так. Я думал, ты по-другому. Только осторожно, на пол ставить. Обязательно на пол. Все. Вот тебе, мать Тереза. Ему фермера подогнал. Кстати, ты знал, что это безработный житель? Вот в зеленых костюмах это безработный. Ему как раз... Ничего, девочку. В смысле, вообще? Как он детей будет... А нам не детей надо, они просто целуются. Это Майнкрафт, здесь нельзя вот это все, так и целовашки, все. Забудь. Ну нет, я просто по приколу сказала. Блин, нам еще двери им надо запилить, у них же здесь дверей не будет, и как же так? О боже. Так, ладно, сюда давай поставим. Давай. Так, жителя я поставил безработного, безработного. Ставь свою даму. Обнимайтесь, и оставайтесь. Так, вот здесь вот тоже. Давай. Оп. Готово. Мы их запираем, они бедные такие. Куда нас позади? Я не хочу целоваться. Да. Ставь задай. Все, мадам. Знаешь, это как в школе сватать. Целуйтесь. Как в тесто, жених и невеста. В королевствах отдают, так сказать, жену. В мужья. Ой. Ищет, короче, дочки хорошего. На мужество. Да. Специально такого красивого, богатого, с роднё... Ой, с этим... Королевской кровью. Кровью, да. Давай сюда. Вот сюда стать. Загоняй быстрее, пока мы не потеряли любовь. А у меня нету больше никого. А, у меня есть. У тебя есть еще должно, конечно. Но потом надо прочекать, всех ли мы поставили. И, конечно же, я их еще вот так запирать буду на всякий случай. Я думала, у меня кончились. А тут жителей нет. Так, ладно, я поставил. Тебе не надо ставить. Так, все, запираем. Не выберетесь! Так, здесь мы уже сделали. Они все равно не выберутся здесь. Заприкодировал их. Ах ты, гаденыш, куда ты... Куда ты выбежал? Я тебе разрешал? С девушкой оставайся своей. Совсем уже обнаглели, даже целоваться не хотят. Походу, ты... Мы вам бесплатно, а вы... Тян не нужны, так сказать, для него. Да. Давай сюда еще загоним. Он dead inside. Да, inside. Он не видит смысла в отношениях. Так, все, оставили. Ну и готово, все, мы всех упекли. О-о-о. Всех в психушке.
Всех в дурке? Все в палату засунули. Да-да-да. Теперь осталось дождаться ночи. Где сами-то проведем свою брачную ночь, только не ты со мной, а ты с жителем. А-ха-ха! Вот с этим. Забирай, я его тебе... Я не хочу! Ладно-ладно, все забудь. Можно мне собачку? Я буду ее обнимать. Ладно, как хочешь. А куда спать-то пойдем? Где вообще там? Давай тут, там все равно сверху жить. Да-да-да, будем слушать, как они там. Ну все, тогда вот, забирай жениха, я пошел. Да в смысле ты? Настя! Я тебе сейчас дам. Ладно, прости, все. Да я пойду где-нибудь. Извините уж меня. Ах ты, ну куда ты за мной-то? А если бы я ноги сломал? Курица. Хорошо, что там вода была. Ладно, тогда это мой житель. Все, давай, до свидания. Ну вот, и целуйся с ним. Ма-ма-ма, да без проблем. Ладно, короче, все, ждем ночки. Классочка, ложимся спать, все. У-ху, надеюсь, что все работает. Только житель, отойди от меня. Ой, капец. Ну что ж, утро началось, давай пока житель. Блин, странный чувак. Ну как-то... О, боже, ты посмотри, что только на небе. Это видишь? Сердечки. А что у них за ободок, я не пойму. Не знаю, ну короче, это летающие сердечки, вот такие вот. Они нежные. Нифига себе. Ты заметил изменения? Да-да-да, я тебе говорю, ты вообще заметила? Или это мне глючит? Меня глючит или нет? Флосочка, а почему мне сердечки надавали? А мне тоже, мне зеленые и... Прикольно, прикольно. Блю и ред. Мне красные. Какие у тебя? Мне тоже голубой и зеленый. Покажи зеленый. И грин зеленый. Вау! А мне вот, смотри. Ух ты, а за что? А это, наверное... Мы же вообще ничего не делали. Я не знаю, может, это просто любовная аура. Киси-миси! Да, наверное. Она там! Идем за ней быстрее! А что она пришла так неожиданно и даже не поздоровалась? А, сразу да. Смотри, какая она сейчас... Она красивая. Мне она, знаешь, страшненько. Она как из Friday Night Funkin, это там такая же. А, да. Да, точно, Найси. Похоже, даже, да это она и есть. Слушай, а может это... Я сначала и не понял. Им заварушку. Заварушку? Может, убьем её? Давай. Испортим, так сказать, любовное настроение. Чем? Как? Надо ружки принести. Ну, у тебя же всегда ружки есть. Тащи, давай. А, ну ладно. Найди где-нибудь, ты же можешь. Давай, я жду, короче. Давай, сейчас. Я загадался, Фласочка. О, у колодца, я кинул синее сердечко. Фласочка, Фласочка, пожалуйста, дай мне оружек. Блин, жду оружки. Тут что-то Фласочка пока ничего не принесла. Найк. А! У меня в тебя плохие новости, я не нашла оружие. Чё? Не может быть! Как? Ладно, ладно. Нашла? Ладно, вот. Да ты, я не пойму, откуда ты их берешь? Ты что ли вот как девочки там бабочками, а ты оружием что ли? Да. Да-да-да, я так и понял. Именно, ты прав. Короче, как ты меня так раскусил? Не знаю, что-то подумал немножечко. Блин, какую пушку ты принесла? Впервые такое вижу. Это что такое? Это новое. Я купила недавно. Походу, поела что-то не то. Ой, ладно. Не то. То я поела, то. Ну да, точнее, да, то. Как раз то. Ну, бам-бам, портим ей праздники. Смотри, она мне как-то расстраивается. Она тебя мочит? Уходи! А что у тебя? Она мне только сердечки портит. Она мне тоже сердечки портит. Она получается это. Она убирает любовь. Когда ты ей что-то портишь... То все как бы, кранты твои. Смотри, мне кажется, она грустит. Она нам сердечки, а мы ей... Смотри, что у нее выпало. Меня кто-то атакует. А, это сердечки! Их тоже надо мочить! Серьезно? Да, это убитые. Это убитые сердечки, если че. Не стреляй в дальнейшее, они нас не тронут. А то на нас завопится. Ага. Смотри, еще какие-то... Потом не отвертишься. Смотри, знаешь, тут яблоко. Открой инвентарь, и вот около твоей башки шестеренка будет. И вот это положи туда. Реально.
Слушай, мне какие-то камни еще выпали. Вау. Перенеси их вот в эту шестеренку сверху самого, сверху слева. И у тебя сердечки увеличатся. Ну, то есть они превратятся в другой цвет, да? Да. Тратится? Ты что делаешь? А у тебя много сердечек было? Или... Нет, у меня просто оранжевые сердечки. Ну, были. Это второй слой сердечек, если что. Ты знала? Вот. Ты меня пристрелил. А еще яблочко какое-то, пожалуй, я его съем. О, балдеж. Кайф. Реально кайф. Ну, это круто. А еще что-то выпало, интересно. Вкусное яблоко. А у тебя что-то есть еще? Давай обзор. Вот, у меня есть кирпичи. Кирпичи? Смотри, розовые кристаллы, я просто обожаю кристаллы, смотри. Кварц, это розовый кварц. Роуз, или роза кварц? Розовый кварц, да. Ну, наверное, розовый, да. А давай-ка мы попробуем, знаешь что, у меня есть идейка просто. Вот для чего вообще слитки нужны, ты не думала? Слитки? Нет. Так вот, сделай палки и попробуй сделать инструмент из вот этих вот штук. На тебе вот это. Попробуй себе скрафтить что-нибудь. И я сейчас тоже попробую. Надеюсь, что что-то выйдет. Ладно. Так, ну, например, я хочу себе... Ну, я допустим... хочу кирку. Вау, какая красивая! Мы их испробовать можем. Меч на 9 урона, неплохо. А еще что? Броня не крафтится, к сожалению. А из... слитков. Какой красивый, боже. Блин, жалко броня. Смотри, любовная. Кирка. Вау, у меня, давай у меня красные вот такие, а у тебя вот такие розовые. Ой, а я сделала из этих розового кварца. Да, я понял. Ну, я из слитков. А думаю, что такое ярко. Смотри, какой топор красивый. Смотри, мне этот меч прям по оттенкам подходит. У меня такое все пустельненькое. Да, кстати, у тебя постельное. А посмотри, как быстро это добывает. Ну неплохо, как алмазный топор. А меч, камни. Еще меч надо посмотреть. Так, ну свинка, получай. С двух ударов, нормально. А камни, да, надо камни. Ну это же неплохо. У меня быстрее, смотри, как у меня быстро. Да. До самого. У меня, знаешь, как деревянная, наверное, кирка или каменная. Ага. На самом деле, вот знаешь, как будто выпуск на День Святого Валентина. Да, я хотела сказать про это. Я думала, типа, это что, День Святого Валентина, хотя только сейчас декабрь. Брат и сестра мыслят одинаково, понимаешь? Да, мозг на двоих. Как у Гармака с Доты. Ну, короче, знаешь что, я считаю, что надо выпускать всех жителей, а то они уже задолбались там сидеть как бы. Я считаю, что реально надо их выпустить, а то они такие... Да, а то они как эти... Кто меня бьет? А, сердечки нас не любят. Они летают и злятся на нас. О, выходите, давай не будем их убивать. Заложники. Сердечки. Вы знаешь, мы как какие-то террористы, а они заложники. Возможно. Ну ладно, знаешь что? Мне кажется, что этого достаточно. И срочно меня убивают, сердечки. А! Они меня сейчас убьют. О, почему на тебя загрелись, девчонки? Не, на меня... А! Я не знаю. Может, за то, что я их запер с мужиками. Ой, блин! Ах ты, козёл! Мы хотели с тобой целоваться, а ты нас какими-то мужиками запер. Да ну, они вообще не хотели целоваться, ты видел, как они смотри, нормально... Смотри, это подписчица. Нет, отстань! Ну, пожалуйста! Извини, подписчица. Чего сделал? Суровые методы избавления. Все, не открываем дверь, а то мне... Девки, нападайте! Ладно, все, надеюсь, тебе понравился этот вообще чумачечий ролик. Подписывайся на канал Фласочки, ссылка на нее в обосрании. Сам! Ну и надеюсь, тебе не понравился этот видосик. Как тебе такое прощание? Реально гениально, согласна? Надеюсь, тебе не понравился. Ну и все, короче. Там тебя закибербулил. Ладно, короче, не теряй! Пока!